веки веков. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Матрона, моли Бога.
славе от ветра, быть Твоя, Владыка, много милости век, яко мы усердно к Тебе прибегаем, яко всех Владыце Господу Иисусу, призри благосердием себе, Тая Богородице, на мое лютое телесе возглавление, исцели души мои я болезнь. Молите Бога у нас, святители Христовы, Василия и Боре и Иоанне, святая блаженная Мать и Матрона, яко мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником и молитвенником по душам нашим. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молитесь и услыши, и помилуй. Всегда молитесь о ней, да укрепит и нас в православной вере и единомыслии, и непоколебимым до самой смерти исповедание веры Христовой и во вседушнем послушании Его Святей Церкви. Да припояшет нас с высоты силою на вся невидимая и невидимая враги наши. Да соблюдет Церковь свою незыблемую от неверия, суеверия, ересей и раскола, да дарует народу нашему долгоденствие и во всем благое поспешение, пастырям нашим и архиереям, да подаст духовное трезвение и ревность о спасении пособных. Властям суд и правду, воинам терпение, мужество и одоление на враги, сирам и вдовицам заступление, болящим исцеление, юным благое вере возрастание, старцам утешение, обидимым заступление и всем вся ко времени и вечной жизни потребное, якуда в мире и покаянии, желанием спасения горящих, Господи веработающих, добрым подвигом подвязающихся,
течение наше скончаем, и сподобимся в небесном царстве, Бог нас с вами всегда пейте и славите, Пресвятое и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. О святой блаженной старице Матроне Московской с умилением сердец помолимся. Блаженная Мать Матрона, моли Бога, о блаженная Мать Матрона, душею на небеси пред престолом Божиим предстоящая, телом же на земли почивающая, и данную тебе свыше благодатью, различные чудеса источающие, призри ныне милостивным твоим оком на ны грешные, в скорбе, в болезнях и греховных утешениях дни своя иждевающая, утешенные, отчаянные, исцели недуги наши лютые, от Бога нам по грехам нашим попущаемые, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа, простите нам вся наше согрешение, беззаконие и грехопадение, ими же мы от юности нашей даже до нынешнего дней и часа согрешихом, да Твоими молитвами улучивши благодать и велию милость, прославим Троице единого Бога, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Святых славных апостолов, и живосвятых отец наших святителей,
Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, святые блаженные матери наши Матроны, святаго равноапостольного великого князя Владимира, святых и праведных Бога Отец, Иоакима, Иоанна и всех святых, помилует и спасет вас, яко благ и человека любит. Господи, помилуй, Господи, помилуй. И Сына, и Святаго Духа. Ну вот, братья и сестры, прошла неделя, вот целых 7 дней, когда в нашем храме пребывали такие великие святыни, и мы и все имели возможность, кто каждый день приходил, кто приходил по силе возможности, но во всяком случае и прошлую субботу, воскресенье, и сегодня, все имели возможность приходить и перед святыми мощами молиться коленопреклонно, со слезами, изливать свои сердечные сокрушения, мысли, повергать свои чувства и духовно укрепляться. Для меня это имеет лично большое значение. Вот, с мощами святой блаженной старицы Матроны так время от времени где-то и приходится встречаться в каком-нибудь ином городе. А вот с мощами трех святителей для меня впервые была встреча. Вот. Это большое утешение. Я очень люблю читать сочинения святителя Григория Богослова. Много их читаю, изучаю, знаю и понимаю, каково величие и значимость личности святителя Григория для нашего вероучения. С Василием Великим не сильно я знаком с его сочинениями. Ну а то, что мы каждое воскресенье, круглый год служим литургию, святителя Иоанна Златоуста, собирается такое количество людей в храм, и мы все имеем возможность исповедоваться и причащаться святых крестовых тайн. Святитель Иоанн Златоуст происходил из Антиохии, из Сирии, и оттуда он принес нам божественную литургию. Вы знаете, там сейчас в Сирии, видите, какая бойня, война идет. Как раз те места, где святитель Иоанн Златоуст был епископом, оттуда его пригласили в Константинополь. Поэтому особые наши молитвы должны сегодня быть и об этом сирийском народе, православных христианах, которые там подвязаются, что является родиной святителя Иоанна Златоуста. Мы выражаем огромную благодарность всем организаторам этого регионального крестного хода, что выбрали наш храм, что целых 7 дней святыни находились здесь. Мы имели возможность 7 дней, вот, каждое утро я приходил в церковь, каждое утро, и мы прикладывались и молились. Это для нас в первую очередь служит возможностью помолиться о наших проблемах. Это служит для нас возможностью ближе познакомиться со святыми, с их житием, с их наставлениями. Это служит для нас возможностью укрепиться в святой православной вере. Огромная благодарность всем устроителям крестного хода, Евгению, Тамаре, кто здесь. Наталья, кажется, еще, да, женщина была, вот девушки находились, что тоже здесь находились всегда. Вот, просим прощения у них, если что, по нашему невниманию или какому-то, может быть, халатности, что-то мы могли, значит, прегрешить против них. Но видит Господь, что мы это делали не со зла, а, видимо, вследствие нашей суетности и греховности и загруженности. Сейчас мы будем, значит, выносить и там в машину погрузить. Святыни перевозятся в храм святого праведного Иоанна Кронштадтского. Вот, отец Олег, сколько они будут находиться там? Ровно неделю, до следующей тоже, до следующей субботы. Поэтому, братья и сестры, тоже еще всем скажите, там близким, родственникам, знакомым, кто еще не успел, теперь тогда вот до следующей субботы туда можно съездить, самим тоже можно съездить, помолиться тоже, потому что редкая возможность, что в наших храмах нашего города эти святыни находятся.
просто сядет, а потом руки передаст. Сядешь, а тебе передам. Я там сейчас садись. Подойдут, я заворачиваю и пошел первый, да? Ты начинаешь, он уже да, такой, да. Святый, Боже нашего, святый, почиваешь, и тебе славу высылаем.
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Всякое дыхание дозволит Господа. Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его. Всякое дыхание дозволит Господу. Господу, бедись о нас, слушание святого Евангелия, Господа Бога молит. Премудрость просит. Слышим святого Евангелия. Oh.
наших и помилуйны. Милостивый человек, любит с Богом, и все тебе славу высылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Премудрость. И Святая Богородица, спаси нас. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своя Матери и святых славных и всех вольных апостолов Христовых, святых святителей Василия Великого, Григория, Богослова Иоанна Златоустого, святые блаженные матери нашей Матроны Московские, святаго праведного Иоанна Кронштадтского и преподобного мартирия Зеленецкого, святых праведных Бога Отец Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человеку любит.
душою на небеси, пред престолом Божиим предстоящая, телом же на земле почивающая, данную ты свыше благодатью, различные чудеса источающая, призрены немилостивным твоим оком наны, грешные в скорби, в болезни, в греховных искушениях, дни свои ждевающие, утешенные, отчаянные, исцели недуги наши лютые, от Бога нам по грехам нашим попущаемые, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа, простите нам вся наше согрешение, беззаконие и грехопадение, ими же мы от юности нашей, даже до настоящих дней часа согрешихом, да Твоими молитвами, получивши благодать, и верю ее милость, прославим в Троице единого Бога, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки Господь. Ко святителям Василию Великому, Григорию Богослову, Иоанну Златоусту, с умилением сердец помолимся. Пресвятые святилицы Церкви Христовой Василия, Григория и Иоанне, светом православных догматов вся конце земли озаривши, и мечем Слова Божия кольник смущений и шатание ереси угасивши, припадающих к вашему милосердию с верой и любовью из глубины души вопием, предстоящие престолу Пресвятые Единосущные и Животворящие и Нераздельные Троицы, за ним же словом, писанием и житием добрым подвязастися, и души своей полагастися, всегда молитесь ей, да укрепит ины в православии и единомыслии, и непоколебимим, даже до смерти исповедания веры Христовой, и во все душевне послушание Его Церкви Святей, да припояшет ныс высотой силой на вся невидимые и видимые враги наши, да соблюдет Церковь свою незыблемо от неверия, суеверия, ереси и раскола, да дарует народу нашему долгодетствие и во все благое поспешение, пастырем нашим да подаст духовное трезвение и ревность о спасении посомых, властям суд и правду, воинам терпение, мужество и одоление на враге, серым и вдовицам заступление, болящим исцеление, юным благое вере возрастание, старцам утешение, убедимым заступление, и всем всякого времени и вечной жизни потребное, якода в мире и покаянии, желанием спасения горяще, Господи, веработающий, добрым подвигом подвязающийся, течение наше скончаем, исподобимся в небеснем царстве, и клубно с вами всегда пейте, и славите Пресвятое и великолепое имя Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. С вами встретили святыни, которые шествуют по нашей митрополии, и нашему храму выпала такая честь принимать эти святыни у себя. И знаете, вот когда везли святые, вот эти вот святыни, размышлял, что для современного человека есть вот подобного рода святыни. Мы знаем с вами, что святые мощи и почитание святых мощей в церкви православной издревле совершалось. И святые мощи, как мы в молитве читали, что душою, духом у престола Божия на небеси, а телом святыми мощами на земле для нас пребывает. И мы понимаем, что святые мощи, они оставлены Богом для нас с вами. Во-первых, конечно же, вот современный человек, он несколько присытился, святыней, что даже когда речь идет о святых мощах, человек говорит, да это, знаете, я уже был когда-то у какой-либо святыни. Вот я еду и размышляю,
Думаю, ну, это иногда мы с вами ездим к святым мощам, если Господь дает нам такую возможность. Но в сегодняшний день и в этот период времени они, святые, в святых своих мощах посетили нас с вами. Почему? Ну, наверное, нам это с вами нужно. Нам, наверное, очень нужно. В молитве святителям, трем святителям были такие слова, чтобы Отечество наше сохранили в мире, чтобы каждому из нас, вот говорилось о пастырях, была дана святая ревность и забота о душах посомых. Болящим, говорится, чтобы здравие подавалось. И мы можем перечислять далее семейным, благополучие семейное, юным, чтобы действительно в этом волнующемся житейском море, чтобы не утонуть, не быть покрытыми волнами, которые надвигаются бесконечно, чтобы престарелым, людям преклонного возраста Господь дал сил, здравия, бодрствования, а всем нам с вами дал, конечно же, страха Божьего и покаяния в своих грехах. Потому что только покаяние открывает двери человека к Богу. Как мы вот завтрашний день, неделя преподобной Марии Египетской, мы с вами тоже вспоминали и вспоминаем, что прийти к Богу – это не значит пересечь порог храма. И прийти в храм – это не значит приблизиться к Богу. Двери храма открываются через покаяние, через исправление самого человека. А где человек может некое сравнение своей жизни с правильной жизнью совершить? Конечно, только в храме Божьем через слышание и чтение Слова Божьего. И тогда только сравнивая о том, о чем говорит Господь, и то, как мы с вами живем, мы увидим большую разницу. И вот чтобы эту разницу устранить, необходимо покаяние. Покаяние – это есть устранение вот этой вот разницы между тем, что говорит Господь, и между тем, как живем мы с вами. И вот святые угодницы Божии в данном случае – это три великих учителя Церкви, святитель Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, святая блаженная старица Матрона Московская, можно сказать, современница наша, приходят к нам, чтобы мы к ним обратились, а они, будучи близкими к Богу, помолились бы за нас. И вот в течение предстоящей недели, буквально 7 дней, ровно 7 дней, эти святыни будут находиться у нас с вами в храме. А мы будем с вами иметь возможность обращаться к ним самыми сокровенными молитвами. Как говорит Господь, просите простоте сердца, и дано будет. И вот мы сейчас с вами поприветствуем эти святыни через прикладывание к ним. Мы будем петь величание, будем совершать кождение, а вы здесь, все здесь, которые дождались или выбрали время прийти и встретить святыни, будете прикладываться, благословляться и верьте, что через молитвы и через ваши труды человек получает просимое. Конечно, необходимое условие – это покаяние, это желание измениться, исправиться. И мы сейчас при пении величания будем подходить, приветствовать эти святыни и просить от этих святых, у этих святых, о нас благодарной помощи и заступления стране нашей, храму нашему, семьям нашим, и всем православным христианам, и всем людям, живущим на нашей планете. Святой.
Целовать. Величай.